Рыбаки начали выходить на неокрепший лед уже пару недель назад, рискуя жизнью. Тогда толщины было еще недостаточно. В этом сезоне уже есть первый случай ЧП тонкого льда. Произошло оно 15 ноября на экватории Берского залива. Мужчина провалился под лед в районе моста через реку Бердь. Выбраться самостоятельно он не смог. Рыбака вытащили до берега спасатели и передали медикам скорой помощи. Сегодня рыбакам специалисты дали зеленый свет. Выходить на лед можно, его толщина 10 сантиметров. Однако этого недостаточно для безопасной езды на транспорте. Кстати, выезжать на лед на любом транспортном средстве запрещено законом. Водители, к примеру, снегоходов, ждет штраф от 300 рублей до 5000. Протоколы инспекторы составляют на месте и передают административной комиссии, где определят размер наказания. Для пешехода безопасно уже. А вот если на каком-то виде транспорта, как бы там снегоходы там и тому подобное, это еще как бы небезопасно. А на выезд на лед, он вообще как бы запрещен в любое время, там хоть какой будет лед. Это грозит штрафом. А какой размер штрафа? Так, а сам выносит администрация того района, где было совершено правонарушение. Специалисты не устают предупреждать, от несчастных случаев никто не застрахован. Поэтому даже опытным рыбакам нельзя быть самоуверенными и пренебрегать мерами безопасности. Рыбаку при себе необходимо иметь телефон, спасательные средства и аптечку.